шкаф поставьте. Чак. Ок, влепишь шкафчик, пожалуйста. Чак Норрис. Я-то хотел продать молоток, но потом я его себе в стамину ставил, одел. Ой, блядь. Он не хочет шкаф ставить? Потому что... Поставил, поставил, поставил. Он не в 10 просто, ты где? О, Лока посох бисевый, сука, хочу такой. Ты... Тыкать? Ну, если разгулять по меч. Точно такие же статы. Или все же такое main hand. Ну да, красивый бас. Мечи ж не все могут носить. Угу. По статам он типа точно такой же, но дамага это вообще маска. Говорят, одна ручка и левая посох. Рука больше дает, чем посохи, так что. Ну да, я тебе говорю, по статам, типа, он точно такой же меч. Те же самые соки. Сумнете, не? Сумнули. И те же самые соки. Нету сумму. Сейчас будет. Ай, давай я. Чё, о, есть? Теперь, вот теперь да, вот теперь есть. Пал? Какой пал? Порядочный? А почему? У него хребет есть. О, она даст пятерку, 6,5. Руку поставил хавать. Что немного хосты нету, но такое. Дай как и гуру этот столик. Ща дам, дам, дам. Инфи на первом боссе тогда в этом в танчике. Вдвоем потанчите. Тыкните еще один. По змеям воет огненную инфи кислотку. Огненная выходит первая. Играть будем, соответственно, по кислотке. Кто нас хилит? Я и Грим. Понял. Создайте каст. МП5. А, как оно, и точечно 10-минутную крестик. Обязательно. Бля, как же так приебался, но тот конь вставил нахуй в грудь. Просто. Махаем кашку, дашь по шипам? Точно по шипам. Я по элему дал. А, ты по элему, ну все, тогда. Тогда все. Машли локу. Не, пожалуйста. Не, потому что он выбрал славы, у него всегда крит. Больше крит. Пока каноэ, 10-минутный крестик, пожалуйста. По шапе каску не дали, дайте каску. Но у меня нету каски. У меня только крестик. Ну посмотри сам на виде. Во, теперь есть. Это как я позавчера в РБК зашел, типа хотел меня кикнуть на хулипале, потому что у меня хулипара. Точно, я тут. Да-да. О, как оно, я точечно. Монорек 10-минутный. Забей. Ну. Иди сюда. Добро пожаловать, герои. Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. Этом... Тотем на монорек поставили. Тогда все, забей, можешь не кидать. А, ладно. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Поставь еще на лов, на ЗКшке нету, поставь то там на ловкость. Меликом. Наше время, паладин. За месте этого. Самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герои! 5, 4, 3, 2.
один. Две лужи рядом. Ебаните, Бог. С близнецами и чудовищами, и слотной утробой, и жуткой чудовищем. Добейте кобальта. 100 000. Ребят, добейте мне кобальта, алё. Ой, забираю его вниз, троночку. Давай. Белл. А этот, Грим, сиди, пожалуйста, на инфе, я похилю Войда. Это, в принципе, и двух танков сам удержишь. От лужи чуть уводи. Все на меня кинь. А, блядь. Сотку увидите. Че, блин, лыжи сдохли, блять? Да. Ты между собой отошли, пожалуйста. Так, я дам БР по роге. Ага. Бля, не дам. Для чего развернуть? Брызги, сейчас брызги будут. И а что? Не случайного игрока иду. Пала ресу. Вой, дай, да, попал. Рога полежи, отдохни. А Вой, тут есть с собой семечко? Я забыл, что я, блядь, на этот спек не... Нет, да. Нет у меня этот символ. Ага. Инфи у тебя есть? Жу... Нет, у меня это... У меня символ тоже. Ага, один ты лох. Не подготовился, блядь. Да я ж тогда спек поменял, как бы. И все. А не залил нихуя. Ему. Инфи, сдай инер по гримнеру. Сейчас тоже знал. Ладно. Все с одной стороны, со стороны щита арты, чтобы всех откидывал в одну стороночку.
Смотрим, кого идет в инфи. Барди инфи. А чё я так помню, Содиума ты недолюбливаешь или чё? Ну он это, скажем так, неправильно себя повел. Когда мы это в Накс собирались тогда еще, да? Ну тогда да, но после этого я ему еще пытался писать, что-то спрашивать, чё как оно, а человек просто выпал на игнор. Такое ощущение, что он там какую-то, блядь, обидку на меня кинул. Из-за чего, правда, непонятно. Поэтому я особо как бы с ним не общаюсь. Я после своего возвращения, вот когда я вернулся, я пытался еще с ним тоже один раз там написать. Думаю, ну мало ли, может, пацана переклинило. Сейчас что-то изменилось. Чак. Вот, сейчас, может, что-то изменилось, как бы, но нет. Там ни хера не изменилось. Окончено. Крыть. Есть дживс у кого-то? Ни у кого инжи нет? Есть. Есть, но дживса нету. Но дживса нету, я понял. Тут где-то снаружи есть починка. А, да не, мне эти семечки купить. Да, да, да. Ебать, как-то были в каре, блядь, там челик тоже. Друид такой. РЛ, есть желуди, блядь? А где их взять, говорит, ебать? Собирать, блядь, в лесу, нахуй. Что угорали, блядь. У меня такой же. Что тебе проще? Я раньше возьму. Дал 5к. На трех боссах, ну милики не дадут тебе 3к, ты о чем? Ты на первом боссе смотрел бы. Давай мне на файры. Забирай. Я ретрику 2 куска Т4 одел, десятку стал давать. На выбор смерти бы еще будет, будешь это давать. Да 13. Пиздец, но... 13 будешь давать. Дайте бафы, пожалуйста. Не вижу приста бафа, не вижу каски, нихуя не вижу со времени моей смерти. Как интеллект есть? Да ума у меня и так хватало. Сейчас великий чернокнижник... Бля, все, инфи ты в коте, дамаж. Дальше бойцо. Еще один из 2-10, там вообще пиздец. 15. Куда, на мишку? На ретрик. Нет, 2-4, 2-10. Ебало ломает. А 2-10 там прок, по-моему, шанс какой-то, что буря, типа, обнулится, да? Ну, 2 бури подряд, то есть у меня с 2-4 и 2-10 крутило 4 бури подряд. Но оно там получается, она обнуляется КД, типа ГКД обнуляется, да, всё, да, на бурю, да, именно. Да. Да, то, ну ты понимаешь, у тебя то есть буря, а прокнула еще одна буря, и прокнула еще одна буря, и еще одна буря, то есть да, 4 раза кью. Это пиздец вообще, бомба, наверное. Ну, у меня на кью там. Ну, то есть это, блядь, жесткая хуйня. Ну потом пофиксили немного, то есть туда только 3 появлялось. Я хочу, чтобы ретрики 100к давали, на. Ну, то есть на трэше, вот, блядь, горожане, нахуй, то есть, блядь, 30, 40, 50, нахуй, то есть тысяч, блядь. Ну, трэш ложится, как, блядь, не знаю. Как пришел, так я положился. Еще бы вот эта хуйня от Т4, не от трех стаков, а от двух прокола бы вообще, блядь, бомба была. Ты покорен мне, демон.
Да и так сильно кажется, нет? 5, 4, 3, ну да, нормально. 2, 1. Ты на кике костов. Ну, в это. Ну да. 5-4, блядь, что ты. Кого? Прохиливать меня. Я заебусь сейчас слово хилить. Рим побежал или бабом? Мак, ты что, так и не пиздишь? Спиздил. А что ты, где твой депос? Не знаю. Ты должен, блядь, Грим, ты можешь прохиливать, пожалуйста, семечки? Я совы их выхиливаю. Чё? По инферналам сразу сыграли. Дайте БР, блядь. Такой БР. Сложить. Ну, тут вовремя было. Грим слеп, как бы, и у меня в лужу. Я даже при всем желании бы, блядь, не прохилил сейчас. А че он слеп? А, под инферналами стоял. Под местом их появления прям. Так бабл бы сдал. Ну, видимо, не это, не хотел. Хотел вайпнуться. Больше назад в аркану. Что, не в аркане, не в аркане? Охавать. Там, когда появляются... А, так ты еще и в пламени стоял. Ты еще в пламени легиона стоял, братан. И это, ты когда инферналы появляются, ты сразу двигайся. Со своего места уйди. Только появляются врата вот эти вот, их. Ну, этот, вулкан. Сразу же по сторонам куда-нибудь убегай. Своего места главное сдвинься там на 5-10 метров. Потому что они моментально влетают в любой таргет и этот. И начинают сдавать гиену. И помогай, пожалуйста, со спепелением прохиливать, потому что, ну, у меня покровительство не так дохуя хилит. Я просто, блядь, стою и покровительствами 4-5 покровительств хуяриваю в цель, блядь. Ну там два света небес и все, блядь. Ну, как бы да. Ну, тебе озвучивать на ком? Черепочек, метка. Тебе не отображается? Раскидывается же череп и крест. Крест — это пламя, череп — это этот. Все готовы на исходную. Запускаю. Поздно сказать, да, надо было. Он ебанулся, что ли? Он запускается после вайпа. Блять, серьезно? Рога, ты можешь косты, блять, кикать хотя бы? Че, есть, ну? Да, я был. Да. КП просил. 19. Кукли прохил. 10 тысяч еще. Да я вижу, я сейчас самого, блядь, дохил. Лужу, блядь, не выносят. Отодвинь чуть.
Не просиливаете. 27 тысяч. 5 секунд. Просиль? Грим. 2 секунды, сейчас взорвется. О, все, он кастанул. Двигайся сейчас. Грим, грим, двинься. Появляется инфернал, и сразу у них фокус. Сыграли, все свичнули по инферналу. Ну если они к тебе прыгают, ну отходи-то, ну ебаный в рот, короче. В пизду, я на Эршаму перезахожу. Ебал, блядь. Один, блядь, косты не кикает, нахуй. И, блядь, Рога, ты вообще в Дисе, нахуй? Его нету. 8 человек. Ну чё, Рога, пугасик? Он ни одного коста не сбил. За два боя, блядь, с Жираксусом. Дайте ему линк, Войт. Я не знал, какие все, блядь. Все сбиваются. Не знал какие. Значит, нахуй надо сбивать, да? Да не спекайся, док. Сейчас, блядь. Сейчас попробуем так. Если нет, то в пизду. Мне как бы похуй на КД. Я пойду, блядь, пересяду на шамана и донесем. Надо просто вот это, в големов дамаг линканите. Просто их не бьет никто, нахуй. Их надо, чтобы все били. Вот он первый появляется. У него там хп сколько? 60 тысяч, блядь. Он заливается, пиздец, за 5 секунд, нахуй. А если 3 не залить, конечно, не нас зауешат, блядь. Ну это залупа, нахуй. Чё это, блядь? Кот, нахуй, на втором месте. Понту, там понту, собирай, не собирай их, инферналы, они все равно будут прыгать. Зачем их собирать? Просто твоя задача, если они в тебя полетели, блядь, сразу оттуда убежать. Все. Ну, просто смотри, вот, блядь, просто расклад. Лок, хуй забил. ШП маловато, блядь, для ШП, нахуй. Ну подожди, на меня инфернал ушел, я доты только накидал и ушел от инфернала. Ну, я ну, бежал в тучке. Вот если, поменяется, вот если лок начнет 100к давать, и кто там еще. Ну, а ШП быстро будет сноситься. Просто тогда. Прикинь, кот нахуй бежит, сотку сдал, и порядочно еще сотку сдаст, инфернал сдохнет нахуй. И тогда мы не вайпнемся никак вообще. Рога, да, твоя задача здесь. Сбивать косты. Вот я понял, что, а какой кастом именно, кастует? Просто я там не знаю, огненный... что... Ага, он единственное все, что кастует, это один каст. Весь бой. Все, я то понял, хорошо, по КД буду давать. Что-то такое, окей, все. Просто я же не знал, говорю, типа, первый раз. Так, ребят, а есть джипс починиться или где здесь вообще? На улице есть починка. А еще... А, вот огненный шар, блядь, скверт. А еще как? Вытащи ложный выпад, на панель и бей големов. Хорошо, ладно. Сначала ложный выпад прожимаешь, и потом. Я готовы, уже... я даю. Не-не-не-не-не, сейчас, секунду. Я не в университете сейчас зайду. Да я отчет, чтобы баночки за 5 минут до боя пить. Да, не вопрос. Я сам дам отчет. Все, я здесь. Помогай по кику. Я прохил. Побежал.
просто побежал. Уже чуть оставил в миле с Дыньбус. Да еще. Чек прохил. Понес или глыбу? Меня прохил. Инферналы, готовимся сразу в них свич. Вон, даже Бэл вон дали мне под ним. Первый инфернал появился, сразу его шот. Грим, тебя прохиливаем. Вас по мане зовут. Да я себе сейчас уже это залил. Инфи, залей в грим. Если что, гем могу быть. Да, возможно, скоро надо будет. Ну ничего страшного, без него. Рога побежал. Чудеса случаются, говорят. Да. Тут ДПС, конечно, у всех он. 6К видимо. Да, он ДПС нормальный, пачки. Ну то я как-то прошел 230 маг 3К дает, блядь. Это типично. Это вообще пиздец. Я же говорю, то есть здесь не знаю, здесь какой-то народ ёбнутый. Я зашел на холи паладине своем в РБК. О, рецептик, блять. 218-м паладином дошел, блять. Тип пишет протопал, говорит, у тебя нету холи пала, типа, блять, мы тебя кикаем. Я говорю, ты что, ебать, говна въебал, что ли? Вот эту шею можешь кинуть. Мне нужна? Ну да, одену, пока сдырка нету. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордой. Ну ладно. Успокойтесь. Никакого заговора здесь нет. Чернокнижник заигрался и... Самый интересный босс. Турнир продолжается. Да, шея пиздатая. У меня на этом КД вот я хожу, пытаюсь себе мишку одеть, как бы. Вот, у меня вот вторая шея падает, первая скар выпала с сокетом, вторая вот она выпала и все мимо. Скары заебись, прям там что дырка. Да, у меня, видишь, у меня перекап уже мастерства идет, я хочу полку с дырками одеть. Сейчас я ее сменю. У меня перекап имеет мастерство. Блэк, дай, пожалуйста, блочек мне. Можешь просто в трейд кинуть, а то пьюсь пока. Так, на чемпионов что мне делать? Кому там? Там, по-моему, кому-то карту тоже же надо сидеть и кикать просто. Не надо будет. В десятке не надо. Это в 25-ке будешь этому учиться. В десятке сейчас просто будет пизделка стенка на стенку. Я сейчас только метки расставлю, кого будем бить. Все, так, хорошо, что у нас там? У нас там шипе сова, протовар, рога, эршам и холепал. Окей. Первую сову выносим, потом выносим преста, после этого играем по холипалу. Когда будем холипала играть, по нему кик костов играем, после этого сливаем ршаму, ну и заканчиваем собственно перед протоваром, убиваем рогу. Все, порядок, звездочка, кружочек.
Потом ромб, трусы и луна. РЧ, поехали. Остальные давать не будем? Да нихуя не будем сдавать, просто стенка на стенку. Ну тогда рога яды намажь на отпил. Снижение отхила, да, это надо. У нас армсика нету. Все, я намазал. Так, все, все готовы. Даю вам таймер, по таймеру бу. Я пока по контролю Самуа, Блэк, покидай на Вилану какую-нибудь хуйню. Бля, ну ладно, надо было дизарм, наверное, дать. Ёбер. Удайте. Пис. Бля, чёрт. Я в тучке был. Хуя я в вихре, я понял. Сейчас пока вырублю микро, моя звонит. Слишком далеко. Жалкая тряпка. Да там хоть какой-то ДПС, просто контроля не влетало. Серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запитать... Бля, я что-то не могу найти тут, где починиться. Не показывает на карте. А, вовсе нашел. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью! Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Три медика. А чё, правда на офи заливали первыми хилов? А хуй его знает. Лоб полено твоё. Самол.
кидай вихрь. Весы имеем. Тор не можешь дать ему заметь вихрь. Не бегал. Дайте корни, пусть не бегает. Тут 3 милика, я другим даю корни. Трубить. Спальте, у него быстрина и это. Нахуя ты стоишь возле него, Ретрик? Иди бей другого. Бьет вообще похуй, да? Ну да, походу. Все, дерево убивается. Что такое лог бьет? Мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Я не хулиган. На успех можно паролить, если не надо? Ну, если никто не ролит, можно. Порядочная ролит, значит. А что, отдали сразу и... Ну да. Ебать, понимаю. Ну, блядь, он секунд 10 висел. О чем ты думал? Я? Я свою сворачивал игру. Ну, бля, не сворачивай. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам подымают... Ну, та тренька, да, хапала, нахуй им нужна. А она разрулена, что я проворонил, да? Да. Отдай лучше этому. Я в ДЦ-шку одену. Какую
Эти черные сферы. И в белую сюда поближе подходим. Кто поговорит насчет таймера? Блин, иди возьми этот, сферу черную возьми. Рог будешь на пол давать. На... Блядь, чё он нахуй мне вместо заебал свои болтать нахуй каждый раз? Если у тебя есть аддон, у меня просто есть ему это. Нет, я его уже добро терял. Ну, Трикс, я по КД кидаю на танк. Типа, будет два или либо одного здесь. Смотри, сначала берем, бьем правую, потом левую. Я понял. Угу. Когда нужно свитчиться, типа, в левую, типа, нажимаешь сюда вот на белую эту хуйню. Я понял, сверху. На белую, ну, меняться, короче, это... Да, да, да. Пить противоположный цвет твоему, вот так вот. Я понял. Бля, ну что там, нахуй, с этим не можешь разобраться, сейчас тупо мне, бать. Спизди. Череп, когда он уже типа применяться, бьем уже крестик. Походу, еще будет косты, он уже будет сбиваться. Там в чат смотрю, почти напишет тебе. Я уже не помню, какие косты. Ну, если что, кто-то в ДС скажет, я думаю, собью сразу. А лучше ДБМ скачать. Сама охуенная штучка. Будешь все видеть. Я понял. И когда газ сбить, и... Ну чё там? Погнали. Поехали. С нами. Но он ничего не пишет, ничего не говорит, блядь. Да пуляй. Проверка. Да пуляй, я про это проговорю насчет смены цвета. Либо воронки. Локонь. Нету. Да мы в душе ебем, есть нету, блядь. Походу разговор серьезный там. Да ебать, про трусы, наверное. Сложно. Тяжко. Какой нахуй курим, блядь? Времени нету курить, на курение убивает. Это ики, бать, на полчаса нахуй, десятка. Все, поехали. Сразу не вливаемся.
Сейчас возьми, поставить нормальный босс. Солото анти, да? Все, бейте. Сначала череп. Можешь Гера давать. Вообще не помню, что я сказ сделал. Подожди, подожди, а умерли. Много умерло. На соло хил хилит. Поменяли цвет. Эти гитары поменяются. Есть. Идем. Сбей каст. Все, переводим? Да, переводить. Ну фиг, не бер, не давай. Бей спокойно, добьется. Ну там что-то написал в чате, блядь. Так, щит воронка, 2 секунды. Не, добьется, добьется. А светлая воронка. Блять, какая-то хуйня падает. Ни пояс не выпадет. Бля, надо было идти паладином, ебать. Пизду нахуй. Хотя жезл полутал. На файр. Да, он еще скоряженно выпал. Такое же падает поражение. Ну, у меня такого не было. Мне в коражане уже, по сути, там делать нехуй. Ну да. Запустили? Не запустили. Еще. Сейчас он запустит. Им 25-ка. Шам. Да, блять. Сколько падает туда? По 125, да? Десятка. Да, где-то так. Пойти еще, да, полутать. Ну там типа 125 плюс хм там еще прибавляется, и по нефиг босса по 75 шили дают, если не ошибаюсь. Или это в 25-ке, блядь. Вот там уже, блядь, лицо не было. Ну, значит, там нормально можно ОД полутать за весь рейд. Ну да. А, у меня 25-ка закрыта.
Их 25-ка закрыта. Ну чё? Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар. Дайте этому бомжу бабка. И разнесем в клочья остальные. Не мне. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Кара, не слова для бафа. Посмотрите, да. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Там бы касочки обновить. Сейчас он придет, еще рыбу мне даст. А рыбу тебе даст. Все, баф обновляем. Так, за 10 минут убьем, да, не надо пить баночки. Я думаю, да. Или нет. Ладно, посмотрим. Убьем. Только пусть что даст, блять. Каску обновите, пожалуйста, паладины. Хорошо, продайте каску. Любите там медики что-то. Помогу больше. Моба бьем. Все, разбежались. Эйфи, покайте. Если можешь. Если не можешь, то забегай уже. Порядочен с Дэна себя самый боб. Бля, ладно. Доп бегал. Все, пока, стой. Там за секунду зайдешь. На противоположной стороне сферу разбейте. ТВВ КПС, смотрите.
Бог свели. Под босс встали все. Хватай моба. Мелких мобов убейте, пожалуйста. Залейте ауге. Залейте прям в босса. Все, большого убьем. Мелких тоже добиваем. В следующий раз, как мы вылезем, дашь им БЛ. Моба хватай. Моба бьем. Все, бьем больше босса дальше. Сейчас он закапается, будем разбегаться. Все, разбежались. Сверху эти сферы разбейте. Это последний раз, когда он будет вылазить. Ну, блять. А, ясно. Да. Беги, беги, беги. Мак, блин. Блин. Ебана. Жестко. Пойдите, Боб. Есть Боб. Да какой пизду Боб, это вайп уже. Да не. Не, сейчас это встанем. Не вайп, какой нас, вайп. У нас три друида есть, поднимет сейчас. Закайтите. Беги, ну я кайкатил как можно. Короче, инфи, давай поднимай дока. Войт поднимешь меня, а Тканой поднимет этого. Ну, пизда друида, друид наш стоит. Все, очко, блин. Да. Ладно, поднимай. Поднимай. Кого? Меня, мага. Был бы у тебя ник меня, блядь. Все, монтай, ты дайте, пожалуйста. Давай, Бэл. Да нет, ты тихо делать, блядь. Лоу, блядь. Бичи, сука. Давай, Бэлл, там этот Рога, нахуй, первый раз он не видел, нахуй. Да что-то. Я видел. Два взрывания было, он думает, а, нихуя, дураки бегают, хуйню делают, да? Побегаю-ка я в шипах, сдохну, как дурачок, да? Я вроде отбегал от него, я же не знал, там что. Да, а нахуя ты думаешь, они на синие лучи забегали? Просто так, от них уделать? Ну, я откуда знал? Блять. Что надо на синие забегать? Ты спрашиваешь? Ну, это проблема Орелла. Орел молчит, нахуй, никто не говорит тактики. Дорога тоже никуда не догадался. Да хули, хули не знал, если люди туда забегают с шипами. Ты что, не видишь, что шипы врезаются в лед, и потом он следующую цель выбирает? Ты сам это не видишь, или что ты делаешь? Ну, типа, первые метки сразу накинули, и я сразу же умер, типа. Ну, не пизди, друг. Короче, объясняю для тебя так, все другие знают. Паладины, вы кидаете на себя бабл, нахуй, стоите до 2 секунд, потом забегаете в лужу. Да какой бабл? Тянем время. Бабл не кидает. Ну бабл, Боб, нахуй, мне поебать. Боб, бабл это разно. Боб. Короче, Рога, смотри. Что мы делаем? Сейчас, типа, бьем босса, появляется моб, свечимся в моба, бьем моба, убиваем первого моба, дальше бьем босса, появляется второй моб, бьем моба опять, убиваем моба, дальше бьем, там, секунд 5 остается, бьем босса дальше, все, типа, босс зарылся под землю, ебать, мы разбежались. Твоя задача встать в ебаную, просто в синюю лужу и в ней стоять. Ну, еще мелкий ты ничего не делаешь. Не, пусть ничего не делает. В смысле, пусть ничего не делает. Смотри, Рок. Будет кидаться на определенного человека метка, за этой меткой будет идти шипы. Напротив шипов не вставай, потому что шипы вокруг себя уешат. Ну, то есть, бьют на. Ничего страшного, он будет стоять в метке. Ничего не случится. Даже туда шипы пойдут, он все равно типа перекинется. Пусть летит после. Да чтобы человеку на будущее, чего как.
таки... Ну, на будущее можно прочитать тактику, либо спросить. Я не РЛ, так что... Не хочу им быть потом. Все, поехали. Блять, ясно. Вон, разбили. Моб вышел. Прохил меня. Ну, дай спасение, дайте помогу. По локу. Поздно уже. Уже поздно, забей. Но это должен там смотреть, у тебя же Мэн 3 должен, ты должен видеть, кто... Это вообще ИРЛ должен смотреть. Непонятно. Инфи, подними меня, или кто там? А, блядь, когда? Да, вот всех. 6 минут. Все, бейте, 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 бейте. Моб вышел. Бейте моба. Там, ретрик, дай ему старым что-нибудь, чтобы на танка больно не было. Разбежались. Милики добиваем. Док, эти сферы разбивай, пожалуйста. Сбей. На путях не стоим, на пути. Все, Рог, вот, сейчас тут в конце вот встань, где босса били, встань в эту ебаную синеметку, стой там, пожалуйста. Порядочность, смотри внимательно, не вздохни. Так, один боб использовали, да? Грин, если на себя давай. Кидай, все, стой, жди. За 2 секунды зайдешь. Лок. Вся ворается. Выкопает. Все, вылезел. Все под босса встали. АОЕ дали, мобов убили. Ну, большой вышел. Хватаем моба. Инфи, короче, как откадаешься, даже бы. Моба бьем, стан дайте ему. Либо... Танка хилим. Мод вышел. РДшники разбежались. Верни его, а там сам дали. Что, на каком месте? Побежал, 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 побежал. Есть, пожалуйста, сверху, сверху. Так. РДшники. О. Давай, малышка, беги. Ты где? Ты где, моя пуссия? Все, забегаем. У меня еще тучка беги, есть. Беги, малышка, беги! Это понятно. А тут нету лу... нету. Сдал тучка, друиду. Да. Беги, друид, беги. Не, он закатит. Хорош, ебать. Тут одна тучка только. Кто сдох у нас? Я, но я забежал. Прям рядом.
Мимо пробегал, прискали рядом не стоять. Я думал в лужу. Очень рад за него. Гера не будет? Не приведем? Нас вернут. Хотя, блядь. Я не знаю еще как будет катить. Никак? Нас вернет. Надо было Гера найти и перевести. Все? А, нет. Катится, да, по максимуму. Порядочно, здесь на себя есть? Ой, блядь. Вот сфера. Нет, сфера. Боб. Сфера. Бабл, бабл, дай. Кидай на себя боб, бабл, боб, бабл, не знаю. О, беги. Все, другой побежал, в сферу зашел. Быстро, 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 быстро. А, там боб дали. А. На нахуй. А это что было? Это вайп был. Поебались, надо было Геру давать. Они кидаются каждую минуту. Одна сфера. Блять, ребят, объясните. Объясните мы. Объясните мне одну вещь, блять. Кто здесь тупой олух, блять, который, сука, разбивает все сферы, блять. И не смотрит абсолютно на потолок, нахуй. Вы, блять, без меня одного босса не можете убить. Вы, блять, ебанулись, нахуй. Сейчас я вам его проведу, окей, я не буду разговаривать по телефону с женой, блядь, и расскажу вам, нахуй, как убивается этот босс, блядь. Раз вы, нахуй, не можете... Реги купи. Где, в Доваране? Хорошо, давай, я полетел в Доваран, может быть, будет крит-ошибка, нахуй, и давай. А ты, блядь, за агро с пула следи, нахуй, ты вливаешься, блядь, ты ебанулся? Ты один раз сорвал, с тебя забрал Мишка, и ты еще раз, блядь, хуяришь. Ну ты ебанулся, блядь. Ты можешь стопнуть на 5 секунд, нахуй. Реги, купи. Блядь, иди в мут, нахуй. Заебал меня, блядь. Ну, заебал я. Ты уже в муте, Блэк. Есть одно тело любое с нормальным дамагом у тебя? Знакомый какой-нибудь? Сейчас прошу. Заебись, крит. Ну, ждите, минут через 5 буду.
Инфи тоже, если там есть какие-нибудь знакомые, поспрашивай их, пожалуйста. Угу, хорошо. Блэк, запомни на будущее, когда я называю твою ошибку, свои ошибки я сам прекрасно знаю. Когда я называю твою ошибку, мне не надо перебивать, блядь, и мне что-то хаотично постоянно повторять. Это не так работает, как бы. Свои ошибки я всегда знаю. Хорошо, сколько тебе взять? 100, 200, 300. Двести, окей. Ой, свечи приста возьми. Полтосик. Полтос? Сейчас возьму. Это благочестие, по-моему, да? Ну, одна-то свеча, там есть мелкие, одна грубая, там, я не помню, как она. А я сейчас скажу тебе, подожди. В сумке где-то еще было. Да, свеча была чистая. Угу. Взял 50 штук. Подарочка. Конечно. А роль Джиса сегодня исполняю я. Только ваш шмот не могу на починку отнести. Комбо 228. Комбат. Угу. Дам РПБ набирают. В каком шмоте? Или что они там набирают? Не помню. Если у них не декап, они же через блюды играют. Да. Ну почти все здесь через блюды, я смотрел. Блять, как взять его попробовать, что ли? Ну, в принципе, сидеть долго выбирать тоже не вариант. Да он и баф же еще дает. Да. Имбат. Он миликом дает баф, то не всем. Знаешь, кому нахрен не нужен. Арна, Нева, 220-й приорма. Какой крыс? Какую крысу? Нахуй эту крысу. А рога, типа, роги крысы? Блять, ну тут еще те крысюки. То не крысы, это эти шуры. Шуры. Ну вот, кинь ему дискорд, пусть зайдет.
Это пророк? Или про кого? Да, это он про Рамули. Во время КВ. Не могу понять. Ну, типа, когда ты мобов бьешь по квесту, у тебя там остается лол хп, и просто с инвиза влетает рога, блядь, тебе дает последнюю тычку, и все. Я тоже так делал на шп. Значит, я тоже пидор. Получается так. Да все, по сути, крысы, блядь. Ну. Чё, в самом-то деле? Меня несколько раз так делали, я потом, нахуй, тоже начал так делать, блядь. Даже стоял и ждал чела, нахуй, чтобы он встал, нахуй, я его снова убил, блядь. А, блядь. Не, я так делал только с теми челами, которых ники я знал. И они мне когда-то перешли дорогу. Вот тех я высекал, блядь, пиздец, блядь, я им жизни не давал. Запоминать на сервисе, это, блядь, хуёво, блядь. Реально, тут такие сраные люди, то есть, они думают, блядь, если он играет в игру, блядь, и он в онлайне где-то, блядь, в жопе мира, а сейчас сидит, нахуй, то можно позволить себе все на свете. Я говорю, чел просто говорит, бля, у тебя нету, говорит, поли пауэра, и типа, блядь, кикаем тебя из пати, нахуй. Говорю, ты что, ёбнутый? Как, говорит, ты бафы раздаешь? Говорю, у меня есть другой аддон, блядь. Я тебе вернул микроблок. А я бы убивал рога, если бы умел играть за рогу. Да мне бы приодеться, я тут на Асалоке завис, на 1700. Потому что выходит в А7 и ничего сделать не может, там рейтинг 200, вообще подбор типа такой глупый. И напа найти вдвойку тяжело. Типа БГ фармишь, пока не оделся. Ну так для себя я вообще играю, но здесь недели 2-3, наверное, в общей сложности. Я с церкви пришел. Типа тут хоть как-то поутешать себя. Ой, да тут поутешать такое сидело. Не, ну я 209-м полторашку апнул в Салоке, типа, поугарал немного. А, ты про ПВП? Да, ну я ПВЕ как бы не особо, поэтому. Мне даггеры нужны прям пиздец. Я поэтому... Рис, на тебе свечи. Свечи по попе? Да, я всем раздам. Так, и гриф. Не, подожди, там рога еще не прилетел. Рано бафаешь. Да попи, что еще дам. Свеч на всех хватит. Грим, забери, пожалуйста. Конечно. О, рога уже в ледяной короне. Нормально.
походу завис, блядь. Кенш? Ага. Ну да, он в одной точке стоит и все. Ну, Рога не долетел, но мне пишут ШП и пишут Ретрик. Бери Ретрика, либо ШП. ШП какой? Здесь ШП... Не знаю, это смотря... ШП. ШП есть разные, есть дамажащие, есть недамажащие. Ты куда лепнул-то? Я не лев. Я сейчас выкинет при сумоне. С рейда выкинет. Так. Ну, с инста 50 секунд. Бля, кого взять нахуй? Ретрика, блядь. Или, блядь, ШП. Теряюсь даже в догадках, но возьму Ретрик. Его ник больше мне внушает доверие. ШП, это левел какой? ШП 226, а этот паладин 222. Ну блять, хуй его знает, я тебе так скажу. Проси. Что-то спросить. Проси у ШП внутреннее сосредоточение у него укачано или нет. Если он знает, что это такое. Дайте пать. Устани что-нибудь. Мы за Орду, да? Ордышка. Окей. Окей. Так. Блэк тебя выкинул с инста? Пару слов туда-туда, скажи. Пару слов. Туда-туда. Та-та-та-та-та-та-та. Паладин. Тринейка. Тык-тык-тык-тык-тык. У нас испытание, 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 испытание. Все, прилетело. Линкани дискорд, чтобы в пара я зашел. А, ебать, у меня парашют, нахуй. Что это такое, блин? Если сапоги запустить. Хуёвые. А, это пёрышко дал, ебаный. Дискорде? Да, всем привет. Здорово. Алло. Ты деловая.
Клевать рыбу поставил. А, док, чё ты тотем поставишь на третьей фазе природу? Рога этот намажь яд на снижение от хила. Это можешь на третьей фазе сделать. Но... Да, на третьей фазе. Можешь не сейчас, можешь вот третья фаза только будет, я скажу. Там третья фаза. Все, тогда можешь сразу мазать яд. Все хорошо. Угу. Так, грим, переодевай назад нормальный шмот. Ауру кобылки смените. И коня уберите. Лучше лед поставь. Угу, спасибо. Все, все готовы. Неужели наконец-то, я думаю, мы закроем это говно. Дашь отчет. Да-да-да, сейчас даю таймер. Баночку, это баночка. Мне почему-то после того, как выкидывает с игры, сбиваются все настройки кнопок. Оба убежали. Идите в коронку, Боб. Будет Боб. Ну зачем? Нет, ложу уже не будет. Ебаный рот. Да лучше-то хватит просто лишних, не надо много. Да не, он прям пришипал меня, еще бы покайтил 5 секунд. Так, а вот сейчас Афорея по мне надо будет, пока каноэ. Давай. Опасно было. 5 секунд вырывания. Я не успевал, я уже глянул, что он добил бы меня. Одну лужу прям сюда разлейте, сверху. И все, на нее ставь. Отлично. Убиваем.
меня КГ на боб. В лужу дайте мне, блядь, где-нибудь. Ебать. Чётенько вообще. Блять, опять на меня. Дам, дам, вот дам. Здесь где-нибудь. Не, у КД, 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 еще 2 секунды. А, вот в принципе. Сейчас давайте. Нема. Никто не дал? Что? Нет, никто не дал. Беги, малыш! Да, вижу, БР полетел. Я это. Прерва. Сейчас забью. Хорошо. Появление 7 секунд, больше в лужу не юзай. Инфи, инфи, инфи. Не доводи до лужи, сейчас выкопается. Шьёпта, блядь. О, отлично. Баф, обновите мне, пожалуйста. Свои плюсы в смерти. У меня обновились эти кнопочки. Из-за боя не обновлялись, и теперь, так как я умирал, они все скинулись. Все отлично. Теперь могу хоть нормально кнопки жать, блядь. Десять процентов. Вижу. Следующий моб, который выходит, его, пожалуйста, шакал. 7% по идее должны перевести. Дайте ферри, я вам не стою все равно. Поздно играем, без по-моему. Свичнулись все в моба. Пусть лучше можете закопает. Перевести сначала, а потом добьем. Но он отхилит себе до 40%. Пусть лучше пройдет переходка. Убили моба. У нас луж хватает, поразбивайте вверху, сейчас абсолютно все лужи разбить. Там 1% до перехода. Сразу на лужу, не надо кайтить. Парни, мне выкинул, сейчас захожу. Тебя с инстава сейчас выкинет. Да не, можно. Ну, боб дали, боб дали. Порядочно. Нет, не ты уже. Ой. Не кайте, веди просто на лужу. У нас хватает еще луж. Появление 15 секунд, у нас еще 2 лужи есть. Я на луже стоял, как бы. У инфи есть инер и этот самый. Да, инфи, дай БР сейчас по мне. Маш яд. Моб сейчас появится, его попробуй зашаклить. Да, у меня вылетело же. Я зайти не могу. Ты правильно сказал. Я не вынести. Я понял. Заебись. Это третья фаза, яда уже. А, ты, блядь, все, я забыл. Док, можешь стать крестом? Угу. Ты инер, ему инфи дай. Мне не надо грима лучше. Грима заебись. Блять. Ну вот заебись, а себя прохилить не может. Через его. Я прожал. Грим даю БР. Гимн на ману, кукла. Кукла, куки. Че это, помогай подхилить. Главное метки. Он маг глыбу. Да. Один баб. Главное просто. Мага, мага. Ну блэков, блэков флешкой хотя бы. Хоть чем-то подхиль. Один косарь у пацана. Ампир надо дать. Моб идет. Да, блядь, пиздец, пацаны. А как моба отпустили? Откуда? Опять проебали. Он шакал ушел. Ну, только обнови. Я хуею вообще, ебать.
Смешно, смешно. Ну, заходите еще раз, значит. Ёпта. Ой, блядь. Не, не будет сегодня второго ИКО, не в пизду. Я наигрался. У меня нет желания второй рейд собирать, блядь. Просто доберу, как бы я вам доберу рейд, доведите его. Я не буду сейчас кота ни в какого спекаться. Все, я вам сейчас доберу как бы до магера одного и доносите без меня. Но у меня есть ДЦшка. Могу... Да вы, блять, заебали, вы сыграйте просто нормально, нахуй. У паладинов есть флешка, нахуй. Я, ну, если они пуги, два пуга типа не умеют флешку кинуть, я хуй знает. Хотя бы по себе, блять. Ну, представь, блядь, у этого быстрое какое-то исцеление есть, блядь, у шамана. Да я давал божественный гимн. Ну, посмотри, блядь, у меня все КД. Да гимн это, блядь, там нужно точечно немножко подхилить. Просто, блядь, док падает, ну, себя подхиль ты малой волной там, блядь. Потому что вы падаете, ну, вы надеетесь, что вас захилит двух, этот, ну, друид, у которого СПД мало еще. Блять, если бы вы, ну, сейвились сами как-то, нахуй, ну, мы бы так не упали, блядь. Ты считаешь, моих ходок там не было, да? Как... Ну, понятное дело, да, но тебе тогда их не было. Потому что у меня танк, блядь, был с этим. Вообще с фул хп, я покровительство у него хуярил. Да я уже добрал вам шп, все. Все, не будешь ты сейчас сам себя этого подхиливать, док. Я вам взял шп. Напишите ему только, пусть долетит. На тебе ПЛа, доведешь рейд. Еще одно тело выйти, идите с ума, хуй прилетит, так, блин, ждать вам полгода. Есть кто-то? Все, я выхожу сейчас. Ну, 130 секунд. Дайте ассиста, я нормально доделаю. Да там они и сумонят пятку. Да уже. Ну, давайте нормально ДД возьмем. Нахуй нам еще один шапка. Если ушел хил, давайте аспектимся в ДЦ. Ты вместо кого хочешь? Вместо кого? Рейд фул. Вместо кого хочешь? Вместо Роги? Вместо Шапева, который я зашел. Блять, а нахуя его добирали тогда? Давай я возьму с гильды нормального ТД, блять, он сейчас 8к стабильно даст. 8, это блядь. Кто? Какой ник? Порядочный? Эй. Я со своей гильды возьму чела, который нормальный. Домашний. Афорея, да? Да. Ну, бери. Я написал человеку, что он нужен. Че, я в ШП пойду тогда? Ой, в ДЦ. Хуй знает. Ну, чтобы Аршаму не переспекать, но все равно на косаре больше ДПС дает, ну, чем давай, давай. Я. Че, вы там у камня сумоните?
Да. Мне надо тогда за шмотом летать. Да. Давай, давай присумоним, дай пати. И прист. Где прист? Плюс они куда-то. Чат вообще сейчас присумоним. Ой, блядь, дискорд линкую. Чё, ДЦ будешь, да? Ну да. Я сейчас за шмотом слетаю. Присумоните, типа, я слетаю за шмотом. Ну там с ним стойте, суманете. Вы Геру на лост фазе давали? Да. Там все равно один посад не успели дотянуть. Как вы хилите, батя? Хилы. Ну, хил ушел один, аэродром, который хилил. Ну, то есть, ну, как, какое у вас понимание хилить, батя, на вас фазе? Ну, рейд на 50 на 20%, танка на пол, вот и все. Че там, взяли? Чем меньше, чем меньше... Подождите, не идите, я сейчас я за шмотом взлетаю. Присумуйте меня. А кто-нибудь отвечает за сферы? Чё? Ответственный есть за сферы? Шаман там бегал, бегал. Блять, это за не как? Это не ИВК героики, блять. Какой ответственный за сферы? Ну я вижу, ну как бы не ИВК герой. Чё ты взял? Сейчас, 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 сейчас. Минута. К закапыванию у него уже должно быть три лужи, как минимум. Чтобы не было вот такой ситуации, как было сейчас в данный момент у вас. Так, банк. Потому что тут даже без бобов справляется без проблем. Ладно, сейчас. Сейчас убью. Да, Сум пришел, можешь заходить. Мне главное тринки взять. Ну, это на дух, который с кражана пойдет. Хуйня. Может, им из ГБ попасть? Я тут. Да, я в своем месте. Есть у кого ГБ поставить, можете? Так. Что, все здесь? Подожди. А вы долго в ике? Полтора часа, уже второй пошел. Чего? Не люблю пиздеть людям, которые пришли. Пусть знают. А
Подожди, просчитаю всех. Нормально, бля, мотивация, да. Дана.
Добро пожаловать на испытание крестоносцев. К соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных.